Всем привет, ребята! Вот наконец-то я добрался до Китайки, и сегодня мы с вами будем тестировать малыша Ника, то, о чем я говорил, на 12.12 его качнем, посмотрим, какие изменения у него будут. На десятке он увеличивает себе атаку на 500, шанс крита на 90, бьет 15 целей, в принципе, вот так вот раз в 6 секунд. Активируется скилл, замораживает на 1 секунду. Окей, давайте как обычно сейчас подфармим золото, заодно посмотрим, как же он работает. Но так как у нас битва гильдии, то это будет, конечно, долго и весело. Ну, то есть вот так вот у него умение работает. Сейчас увидите, вот уже получше. У меня сборочка с порочным пактом, то есть 8-8. С моему сделаем 12-12. Так, а вы в комментах напишите, кого вы следующим уже хотите увидеть. Там Дед Мороз, например, Рогатка. Так, вот наш малышник. Качаем ему 12-ку. Так, это будет все долго. Сейчас мы это все дело ускорим. Вот следующая судьба будет очень интересная. Это будет... Потом у нас в следующий получается... Минотавр. Будет интересно на это все посмотреть. Мне кажется, скорее всего, они будут добавлять героев предыдущие, которые будут выходить следующие, потому что получается все последние. А возможно и нет. В общем, посмотрим. Сейчас пойдем тестировать в подземке. Так, есть, отлично. Ставим обратно малыша. Так, есть 11-й, смотрим, что же у него все-таки поменялось. Плюс 50 увеличение, все остальное осталось на месте, плюс 1 секунда, то есть не на 9 секунд, а уже на 10 секунд. Это все дело, ну, в принципе, такое себе. Поехали, посмотрим. Давайте сразу же прокачаем на максималку и побежим, посмотрим в подземках его. Думаю, у меня ресурсов должно хватить, чтобы уже не перезаходить. Хотя, может, ЗП-шки не хватить, так оно и есть. Так, сейчас нам ЗП-шки чуть-чуть зальем, отлично. Многие используют его на битве гильдии для добивания, в принципе, это будет очень-очень интересно посмотреть. И
кристаллов уже не хватило. Бедствуем. Теперь хватит. Так, отлично. 12-12. Добавилось у нас и урона от судьбы. Так, бонус судьбы и урон, и точность, и атака. В общем, все как обычно. Вот бонусы судьбы. Неплохо прибавилось. Поехали, будем тестировать его. Так, ворожей у меня, по-моему, есть. Ремочный, отлично. Ну что, поехали. Начнем с подземок. Давайте вот с этой подземки начнем. Посмотрим. Так, ворожей у нас. Ну, ангела нам сейчас на отхил, не знаю, хватит, не хватит. Скорее всего, не хватит. Надо было риснуть ворожея. Так, смотрим. Ну, так себе. Сейчас он под скиллом должен ударить. Вот он себя бафнул. Ну, опять же, ударил юнитов. Вот три ляма, если не ошибаюсь, вылетело. 4 по миссии. Ну, неплохо. Неплохо, но опять же, все равно не то. Как видите, проседает. Хотя сейчас должен отхилиться. Посмотрим, затащит, не затащит. Но я думаю, вряд ли. Вот так вот он мясо раздает. Ну, 4200 с руки, фига себе. Это было круто. 75%. Ну, под ворожаем он 100% их раздаст. Давайте рисуем ворожая еще разок, смотрим. Но урон неплохой. Я, правда, не тестировал его с БВшкой. Какой там урон? Можете написать, у кого есть он в комментах. Что там? Ну, так вроде неплохо выдает урон. Ну, давай, давай, давай. Так, кидаем ему помощь ворожея. Вот так вот. Долбит, я вам скажу, нехило. Посмотрите, какой там урон был я. Так, особо не могу увидеть, но вижу, что в районе 6к вот вылетело. 5,4 было. Это обычный, но когда он под скиллом бьет, там генный урон проходит. Затащил. Давайте возьму магию. Сейчас Купидона поставим. Вместо Анубиса поставим Купа. Так, давайте попробуем. Он, конечно, у меня тыквы нету. И тут пробовать. Ну, ради интереса просто посмотреть. Здесь что будет. Ну, тут ограничения нет, тут не вариант. Так, мы его тут не затестируем. Надо, конечно, тыковка на это дело. Ладно, давайте еще тыкву поставим.
Так, ну... Не знаю, не знаю, не видно. В общем, ни хрена толком не увидел. Там нереально на этой подземке тестить. Так. Сейчас я попробую под тыковкой и купидоном. На той же самой подземке. На кошмарках мы просто не увидим ничего. Так, выпускаем раз. Тыковка 2. И купидон 3. Вот 10 миллионов увидел урон. Не знаю, вам будет виднее, потому что тут нереально было что-то увидеть, но, судя по всему, там жестко они начали бить. Давайте еще разок. Тыковка, этот, купидончик в помощь и ворожей. А там купидон он выдает. 17-19 миллионов, если я не ошибаюсь. Напишите в комментах. Но, по-моему, дофига он выдает. Так, окей. Давайте потестим на арене его, посмотрим. Правда, у меня тут соперники не ахти. Надеюсь, кто-то попадется сильней. Ну-ка, с вольтом. Конечно, не факт, что он тут выживет, но... Мне интересно посмотреть, что по кристаллу у него будет. Вот сейчас должен быть у него имбический урон. Но нас, к сожалению, заблочили. Еще и вольт. Давай, давай, давай. Вот с Дрейком сейчас как раз нормально должно быть. Не увидел миллион, что ли? Но это не то место, где его тестить надо. Вот подземки самое то. Я потом перемотаю, гляну, сколько там миллионов было. Но круто было. Правда, надо, чтобы они прожили еще все до его удара и слили героев. Так, ну, кто кого. Странно, странно как-то. Так. Так, давайте посмотрим на экспедиции. Тут, в принципе, плюс-минус неплохо будет видно его весь урон. Что он из себя представляет. Так, сейчас он должен зарядиться у нас хорошо. 65. Так, ну, скилл сработал, смотрим. Ну, скажите, сколько там был урон. Опять же, я не успеваю смотреть. Сейчас на примере духа посмотрим. 7000. Так, его слили. К сожалению. Так, ну-ка, кто кого? Новый герой или дух? Посмотрите на духа, как он воюет неплохо. Фига себе. 53 тысячи. Кстати, чем-то похоже. Но дух неплохо выживает. Даже очень неплохо, я бы так сказал. Где-то они похожи очень, по-моему.
где-то немножко подрисовочку сделали другую. В общем, ребят, вот так вот. Такая вот сборка. Я не знаю по урону. Давайте еще в экспедицию. Не в экспедицию, в райд сходим. Экспедиция, как видите, тоже не показатель. Но судя по подземке, урона там до хрена. Я его еще попозже где-то затестирую. Обязательно на битве гильдии той же самой. Да, неплохой дух. Удивил. Так, ладно. С этим мы разобрались. Давайте сбегаем в рейд. Правда, надо найти какую-то такую пачку. Чтобы нам особо обратка не летела. А таких, к сожалению, сейчас очень мало. Вот есть, отлично. Так, смотрим. .333 обычный удар. Ну давай, да зарядись уже. Вот он включился. Вот так вот. Ну, не видно вообще урона, я не знаю. Судя по всему, урон очень крутой. Разваливает хорошо. В общем, ребят, вот такая вот сборка. Может, оно кому-то интересно. Я, честно говоря, малыша Ника мало где использую. Чисто бывает в лабиринте там для заморозки героя. Кстати, давайте посмотрим, или у нас открыт лабиринт. Отлично. Лабиринт у нас открыт. Поехали потестируем. Посмотрим. Ну, обычный урон небольшой. Неплохо было бы, чтобы он сейчас зарядился и бахнул, но этого не произошло. Хорошо, давайте другой вариант. Ставим ему ремочку. Но сборка действительно интересная получилась. Урона, конечно, видите, рунами больше, чем основного. Поставим ремку. Главное, чтобы он, конечно, выжил. Нет, четверка мне не нужна, мне нужна пятерка. Так, есть. Отлично. Так. Сейчас он должен свое умение включить. По идее. Так, включил. Хватит нам, не хватит. Не, его все равно сольет. Окей, давайте на кого-то другого попробуем напасть. Ну, тут тоже, наверное, сольет. Жизни у него немного. Плюс еще урон по нему проходит. Даже не активировался вот так вот. Хорошо. Давайте сзади. Так, спереди поставим Дракоса. Может, хоть так получится. Не. В общем, вот так вот. Не знаю. 12-12-12, но на подземках надо будет пересмотреть это все. Вот такая вот сборка. По урону очень много вопросов. Я думаю, даже его смысл качать там на 12 чисто ради силы. Особо там разницы в плюсе вы не увидите. Да, там процентуальное увеличение идет немножко, но оно вас не особо спасет, я вам скажу так. Поэтому лучше делайте упор на других героев. Конечно, если у вас есть возможность дальше прокачивать всех, то есть смысл это делать. Все, всем удачи, всем пока.